Туркменистане муж жестоко наказал жену за визит в салон красоты. Вот он ногами пинал ее, хватал за волосы, пинал ногами. И люди, никто не защищал ее. Не вызвали милицию, полицию, я не знаю, что у них там. Вот. Вот так вот он избивал ее, а потом и ногами пинал. Вот она уже упала на пол, он ее пинал ногами, а вот люди смотрели со стороны. В апреле в Туркменистане новым президентом стал сын предыдущего лидера Курбангулы Бермухамедова, 40-летний Сердар Бердымухамедов. Одна из его первых реформ касалась прав женщин, которую в сети назвали запретом на привлекательность. Короче, все это, оказывается, в Туркмении приветствуется. Так что вот так. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет спонсировать канал, под роликом есть расчетный счет.